Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Малорама. В этом выпуске мы поговорим о любимых турецких ТВ-парах 2019 года. Турецким сценаристам особенно хорошо удаются любовные линии. Поэтому ТВ-пары в турецких сериалах сразу получают большой отклик у зрителей. За судьбу и отношения главных героев переживают не меньше, чем за развитие сюжета. Сейчас идет сразу несколько турецких сериалов с высокими рейтингами. Отчасти повышенный интерес зрителей обусловлен большой симпатией зрителей к отношениям главных героев. Давайте узнаем, за какими ТВ-парами публика следит с особым трепетом. «Кузгун и дела», сериал «Ворон». В сериале «Ворон» любовная линия не на первом плане. Тем не менее, пара Кузгуна и Делы не оставила зрителей равнодушными. Их отношения достаточно сложные и запутанные, но именно поэтому за их развитием интересно наблюдать. «Джан и Санем», сериал «Ранняя пташка». Яркая пара из романтической комедии Джан и Санем уже давно покорила зрителей. Две ярких личности не перестают удивлять. Благодаря совершенно разным характерам между героями на экране создается настоящая химия. И внешне Джан и Санем очень подходят друг другу. Миран и Райан, сериал «Ветреный». Сериал «Ветреный» создан по одноименному роману. К сожалению, в книге у главных героев весьма трагичная судьба. И теперь зрители гадают, что предстоит испытать Мирану и Райан в сериале, и чем завершится их история. Сценаристы не обещают полностью придерживаться книги. Азиз и Фариде, сериал «Воссоединение». История Азиза и Фариде начинается с одного и того же сна. Этот сон и другие судьбоносные события послужат началом отношений, в которых будет много трудностей и преград. Зрителям придется немало поволноваться за судьбу этой парочки. Джихангир и Мюжде, сериал «Кольцо». В сериале «Кольцо» есть место не только криминальным разборкам Стамбула, но и красивой любовной линии. Сильный и уравновешенный Джихангир встречает эмоциональную и жизнерадостную Мюжде. Как известно, противоположности притягиваются друг к другу, и эта пара не исключение. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр наших видео. Ставьте пальцы вверх, если вам нравятся наши выпуски, а также пишите в комментариях, о чем бы хотели посмотреть ролики на нашем канале. На этом буду прощаться, до скорых встреч!